Привет, друзья! В Крым возвращается зима. Опять стало прохладно после плюс 20. Где-то было 18, где-то было 19, где-то было 27, люди говорили. То есть вообще как бы погода такая нестабильная. То жарко, то прохладно, то вообще холодно. Вот как сегодня. Сегодня уже плюс 3. Вот сейчас мы едем, смотрите, плюс 3. Даже срывается снежочек небольшой, как бы. Ну, нормальный такой, в общем-то, март. Март, крымский март. Я сегодня прокачусь по дороге Симферополь, Евпатория, Мирный. Там прокатиться и показать вам, что там было сделано, какие изменения, какие вообще произошли чудесные моменты в плане строительства крымских дорог. Так что давайте посмотрим все дружно вместе. Прошу вас поддержать видео, поставить лайкосик. Буду вам признателен за это. Погнали, сюжет. Тут уже готова развязочка, не полностью, частично, конечно, но уже много что сделали. Вот эта дорога пойдет на Евпаторию, и там у нас видно аэропорт Волна. Вот основной ход этой трассы. Это со стороны развязки от аэропорта. Вот тут вот идет переустройство ЛЭП. Дальше мы пока ничего не видим. Сейчас будем пробовать отсюда скатиться. Вот тут вот дальше основной ход пошел в ту сторону. В общем, едем, смотрим, что у меня получится. Получится прокатиться туда, нет? Сейчас как-то попробую.
вот здесь, друзья, как бы дорога заканчивается. Вот такие, друзья, трубы укладываются в основной ход трассы Симферополь-Мирная Евпатория. Пока что стойка останавливается, и вот здесь вот на развязочке сейчас как бы все истопорится. Кстати, друзья, такая станция выработки электроэнергии, солнечные батареи. Вот такая подстанция большая. Энергия из солнца. Целое поле, смотрите. Заехали в Аркадьевку. Обзор поселка Аркадьевка. Такая площадка из колес спортивная. В общем, друзья, это не обзор, просто так мимо проезжаю, решил показать вам. Футбольное поле у них тут такое. Газораздатка. И надпись «Победа» из камней. Друзья, вот тут вот такой плацдарм, разровняли тут поверхность, землю всю повычерпывали, не знаю, что тут будет именно в этом месте. А вон он, четвердак, а вон аэропорт, Волна. В общем, друзья, если так оглядеться по сторонам, то вот видно, что вдалеке тоже везде стройка идет, везде техника стоит. Везде перекапывается, выравнивается там, ну и так далее. А тут вот такая вот высотень. Ух-ух-ух. Вот тут бы поковыряться с металлодетектором. Друзья, не знаю, что здесь такое, но здесь что-то такое сливают. Такая лужа белая. И это все стекает. Сейчас покажу куда. Обалдеть. Гляньте на это. Похоже на какую-то известь. В общем, это мертвая зона будет. Скорее всего. Даже не знаю, что это такое.
пишите в комментариях. Я, честно говоря, без понятия, что это такое. Как-то так на отшибе и какая-то вот такая вот сливная яма огромная. Комментируйте, ребят, будет интересно послушать, почитать. Тут не проеду. Надо немножко срезать угол. Грузовики все растаптывают. Вообще жесть, я попал, надо тоже срезать. В общем, оторвал себе бампер, друзья. Да, прикольно. Прокатился. Тут только на джипах ездить, а я тут вот так вот сачу на пузотерке. Самое противное, я не понимаю, куда я еду. Очуметь. Только с другой стороны в нее заехал. Прикольно вообще. Да, друзья, выехал в то же самое место, где был. Вот детская площадка с колесами. Надо было ехать мне прямо, а я поехал налево. День сурка, друзья. Как в том кино. Мне кажется, это уже было.
Друзья, вы даже не представляете, что вот это такое. Вот это просто, я не знаю, это история. Это из прошлого, это назад в Советский Союз, скажем так. Вот это спутниковый ретранслятор, который при Советском Союзе мог регулировать, это один из первых построенных такой вот ретранслятор, мог управлять всеми нашими спутниками. Вот на этой территории, ребята, испытывали луноход. Мощнейшая тарелка, 40 метров в диаметре. Будет у меня возможность в скором будущем. Я покажу на канале, как там внутри, что вокруг. Полазим, посмотрим вместе, дружно. Я вам расскажу, что там да как. Я думаю, вам этот контент зайдет. Если да, то ставьте пальцы вверх. Тут на этой территории проходили подготовку Леонов. Много известных личностей, которые причастны к космосу. Космосу союзовскому конкретно. Ребята, вот такая вот интересная у нас сегодня локация. Так что давайте, ставьте пальцы вверх и пишите ваши комментарии. Да, нет. В сторону школьного, в сторону развязочки, которая в школьном.
полосы еще не открыты, как было две полосы, так пока что и осталось. По правой полосе вот уже поставили отбойнички. Да, правая полоса более готова уже. В принципе, ее первую построили. Сейчас ее благоустраивали. Сейчас, скорее всего, возьмутся за эту полосу, по которой сейчас едем с вами. Полотно уже такое подмятое. Много стыков, кое-где так щелкает колесами. Вот сейчас дважды уже было. Скорее всего, будет то же самое, что мы видели на дороге на пятом этапе. Тоже будет сниматься этот слой, перекладываться в более ровную дорожную одежду. Отбойников ничего нет, еще лежат блоки, разделяющие полосы, чтобы не съезжали на ремонтную полосу. Хотя уже времени остается не так уж много до лета, и у ребят как бы надо успеть эту дорожку сделать хотя бы ну, вот этот участок. Тут у нас такая импровизированная остановочка для общественного транспорта. Ну, тут снова пошли уже готовые отбойнички с правой стороны. Полоса чистенькая, видно, что по ней никто особо не рысачит. Она закрыта. А тут вот слева было монолитно залитие обочины, то есть тут усиливали обочину бетоном, заливали бетон сплошняком. Тут просто такой небольшой пригорочек, чтобы дорога не ползла, ее усиливали. Вот если вдаль посмотреть, за Мерседес видно этот бетончик. Все, друзья, мы съезжаем с этого участка и попадаем в деревню Скворцово. Такой себе колбасный рай. Вот, кстати, этот Мерседес туда, наверное, едет. В общем, друзья, вот на этом моменте я, наверное, буду прощаться с вами. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Очень важный момент для меня. Ну, конечно же, пишите, что вы думаете про то, как строится дорога, про то, как строится участок трассы Симферополь и Евпатория Мирный. Сегодня, насколько смог по нему проехать, проехал вживую, как бы посмотрели, показал вам. Конечно, тут еще процесс очень долгий, но все идет, все как бы все хорошо, все отлично, поэтому пальцы вверх, всем удачи, всем пока-пока, до встречи на канале.